Они дарят людям тепло, любовь и радость. Без работников культуры не обходится ни один календарный, профессиональный, городской, детский или семейный праздник. Церемонию награждения открывал глава города Андрей Шубин. От всей души я хочу поздравить с профессиональным праздником, Днем работника культуры. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодарственные письма глава города вручил активным деятелям культуры. Он отметил их добросовестный труд, вклад в дело формирования и развития культуры, приобщение детей к творчеству, высокий профессионализм и мастерство. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике вручила грамоты представителям культуры за их плодотворный и ответственный труд, создание условий для развития и процветания культуры в городе. Также в этом году была отмечена совместная работа с общественными организациями Десногорска, которые играют важную роль в жизни города. Были вручены грамоты за многолетний труд и активную жизненную позицию. Сфера культуры нашего города, она уникальна. Ее представляют ряд учреждений. Это дружные коллективы дополнительного образования, детская художественная школа, детская музыкальная школа, наш историко-краеведческий музей, библиотека и, конечно, Центр культуры и молодежной политики. Многочисленные поздравления и теплые слова были сказаны в адрес деятелей культуры. После завершения торжественной части гостям показали музыкальную интерпретацию знаменитой сказки «Золушка». Олег Соловьев, Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.